В Тюмени открылась школа трекеров. Там будут готовить специалистов для решения проблем, которые мешают эффективной работе или масштабированию проекта в той или иной сфере. Проще говоря, тюменцев научат выводить проекты на стадию получения стабильной прибыли. Подробнее расскажет Юлия Никифорова. Ученики буквально ловят каждое слово эксперта. Они пришли сюда, чтобы изменить свою жизнь и стать трекером, человеком, который сможет вывести любой проект или бизнес на новый уровень. Трекер – это поддерживающий специалист, который помогает проекту расти от точки А до точки Б гораздо быстрее. Зародилась эта профессия в 2013 году и в основном пользуется спросом в различного рода акселераторах. Но трекер может работать также с индивидуальными предпринимателями. Школа трекеров работает на базе Западно-Сибирского научно-образовательного центра и входит в одно из его направлений. Во время занятий эксперты делятся опытом из мировой практики, рассказывают о коммуникациях, управлении бизнесом, о быстром и эффективном запуске новых продуктов. Кстати, учеником может стать абсолютно любой человек. Это очень разные люди. Часть из них из студенческой среды, то есть студенты. Есть люди, которые сейчас сопровождают проекты и хотят улучшить свои компетенции в этом направлении. Участники будут демонстрировать то, насколько они знают что-либо про проектную деятельность. Ну и, собственно, мы будем диагностировать уровень развития компетенций. По окончанию школы мы сделаем еще одну диагностику и посмотрим, насколько в компетенциях они переросли за вот эти 2 месяца. Ну и после сопровождения наших лучших участников мы тоже будем вести, мониторить. После окончания школы каждый ученик получит сертификат о прохождении школы, но самое главное – знания, которые помогут преуспеть в новой профессии. Юлия Никифорова, Андрей Харькин, Тюменская служба новостей.